большинство клубов Единой Лиги ВТБ, но вот постепенно возвращают болельщиков на трибуны, пусть и в этот маленький зал. И в январе все в проходе, скидка на дугу, Остапкович близко с ним, Лейтон Хэммонс. И в итоге Евгений Бабурин просто как на тренировке эту первую треху. Проход бэтла, неточный бросок, тот самый подбор, который так важен. Хэммонс до конца, 2 очка для Енисея, первые в этой игре. Инкевич, Стрибков, он не стесняется в последнее время. И вот таких передач в том числе забивает бэтл. Наверное, самый опасный один в один игрок в составе Енисея. Ганкевич против него, но бэтл. Остапкович очень далеко угрожает броском, не стал этого делать. Вот Антон один в угол Накамолова. Туда. Нижний блестящий. Дайсу Бэтлу поставил заслон Хэммонс, но в другую сторону. Джонсон снова Бэтл с мячом. Опять Джонсон 1-3. Попадает Керен Джонсон. 15 секунд на атаку. Антон Остапкович уверенно идет проход против Хэммонса и завершает его результативно. Лейтон Хэммонс не смог остановить своего соперника. Кроме него это совершал Стрибков. Опять блестящий пик-н-ролл. И Ганкевич отрывается на родном практически кольце. 14-7. Площадки в Единой Лиге ВТБ проводят. Бабурин, Остапкович со средней. Прибежал, бросил, попал. Еще Остапкович остался против Михаила Кулагина. И в итоге скидка на Комолова. Артем в проходе на Петрасика. Левша, Люк Петрасик. У него левая рука бросковая, как вы видите, а ломал он как раз-таки правую, так что как-то катастрофически не сказалась эта травма на его. Неточная передача, перехват Миши, заслон от Дастина Хога, Миша издали, туда! Михаил Кулагин! Его упустили в скаутинге. Нижний Новгород, хотя как это вообще возможно, да? Теперь Петрасик просит мяч, но Артем Комолов знает более надежное развитие атаки. Керен Джонсон, Комолов против Кулагина. Остапкович мешает получить мяч Хэммонсу, но в итоге нарушает правила. And one. Кейси Шепард, который выходит со скамейки. Стрибков смотрит на кольцо, не стал атаковать. Петрасик провалился под кольцо, получил передачу. Люк Петрасик, его изначально рассматривали как человека, который растягивает оборону соперника, бросает 3. Но смотрите, на старте Петрасик, Енисей возвращается на эту цифру. Петрасик один, Остапкович туда, Антон Остапкович. Бэтл один в один против Чадова. Бабурин прыгал, но зря. Бэтл на первом шаге. Тайс Бэтл улетает от Евгения Бабурина. Кейси Шепард будет один в один играть, наверное. Пошел до конца левой рукой. 29-19. Таков счет. Здесь на позиции третьего номера. И вот противостояние Бэтла и Остаповича. Остап против Тайса. Тайс разбирается и говорит, давай еще. Мает руки, бросит мяч Комиссаров. Отбился Тимофей Герасимов. Кармолов разгоняется. Остапкович. И здорово все разыграл Нижний. Опять же... Остапкович, врывание, и данк Антона, не успел за ним Гудумак. Стали интересное решение Тайса Бэтла страховать от Кейси Шепарда, но он там и успел практически назад. Гудумак продавливает Ганкевича. 6 секунд, разводит руки Лукич, Шепард, 3 секунды, и передачу он выбрал на Ганкевича, успевает. Заслон от Ганкевича. Шепард против Бэтла. Комолов. Еще один здесь пик-н-ролл. Но Артем идет сам. И Гудумак за ним не успевает. Еще один. Остапкович. Француз бросит мяч в посту. Но не очень активно. Стрибков. Атака со штрафной линии. Петрасик в углу. Бабурин. Гаврилович бросит мяч против Кулагина. Хорошая защита Миши. 3 секунды. Буба очень далеко. Очень точно. Евгений Бабурин. Тев Хога. А Дастин говорит, давай, поиграем. Комолов не попал. Ганкевич как высоко взмыл и как раз воспользовался. На Хога внутрь. Будет ли туда передача против Хога? Ганкевич. Дастин убирал
так называемый стул Ганькевич из-под Хога. Но Дастина Хога это не смутило. Матч внутри. Ганькевич, он не сильно выше Комиссарова, но помощнее. И в итоге страховали от Антона Остапковича. Антон Остапкович еще два очка набирает. Остапкович, Камолов, Ганькевич внизу опять против Комиссарова. Бабурин на дуге. Александр сам и поборол прям-таки. Не попал Бабурин. И все же перехватывает мяч Ганькевич. Не выключился из эпизода Евгений Бабурин. Чего не скажешь об игроках Енисея. И блестящую передачу выдает. Но еще лучший блокшот совершает Лейтон Хэммонс. Говорит, мы еще поборемся. Совсем мало времени у Стрибкова на это оставалось. Ганькевич, движение мяча, как в первой четверти. Камолов туда. И классную передачу нашел Миша Джонсон. Пошел до конца. Нет нарушений, есть подбор. Стрибков до конца против Гудумака не попал. И Беттл забирает отскок, разгоняется Тайс. Один в один против Остапковича. И еще два очка в кольце тайм-аут Нижнего. Рывок Енисея в 7-0. Енисей еще покусается, я уверен, после этого велика. Гудумак против Остапковича. Хорошая игра в посту Саши. И это 9-0. Есть желание отдать туда мяч против Хога. В итоге мяч получает Чадов и доводит его до Гавриловича. Первый. Кулагин. И он нашел передачу. С 10 очками разница Енисей уйдет, то им будет неплохо. Шепард снова. Ни одного не реализовал Тайс Беттл. По-прежнему атака Нижнего. Стрибков на исходе владения. Иван Стрибков устанавливает счет после трех четвертей. 60-46. Ну прям забивает Кейси Шепард. Отбился Енисей. Кулагин разгоняется. Якушин издали. Туда! Тимофей Якушин. Трехсекундную Герасимов. В итоге мяч у Шепарда на трехочковой дуге. Он против Хэммонса. Один в один. Три. Кейси Шепард. Гаврилович. Стрибков опять расчищен. Коридор ему никто не страхует после заслона от Гавриловича. И на лиге ВТБ в карьере. Шепард против Якушина. Ну просто не замечают задние. Слишком много внимания на трехочковую дугу у защиты Енисея. Здесь Хок освободился от Гавриловича за счет скорости. Пока этого не происходит. Шепард. Гаврилович просит мяч против Хога. Но Кейси Шепард опять. Керен Джонсон объехал Петрасика. Передача на Гудумака. Тот не забивает с первой попытки, но зато end one. Один из двух в исполнении Кулагина. Но Миша сам забирает подбор и реализует бросок. Что приблизится Александр. Передача на Кулагина. Михаил. Нет. Ближнюю дужку. Подбор за Енисеем. И Дастин Хок. Эмаута 3.50 играть в четвертом периоде. И уже кажется, что не обязательно до конца матча. Стрибков со средней. И кольцо. Он полезен для Енисея в четвертом периоде. Скидка на Хэммонса вниз. И Лейтон Хэммонс разбирается. End one. Бор Хэммонс. Полторы минуты. Даже меньше играет в четвертом периоде. Джонсон вниз на Хога. End one. Енисей может выйти вперед. За голову хватаются игроки Нижнего Новгорода. И Кейси Шепард переводит мяч на чужую половину площадки. Нижний давно ничего не забивал с игры. А есть Остапкович. Работает это врывание по лицевой. Плюс два. Чем ответит красноярская команда? Кейси Шепард против Беттла. Заслон от Камолова. Размен, но не самый выгодный. Кулагин остался. Шепард. Это клатч. Это Кейси клатч. Шепард делает плюс 5 для Нижнего. Не попадает он сейчас. И Енисею нужна быстрая результативная атака. Миша Кулагин. Туда, туда, туда. Кулагин.
Гудумак. Это финальный счет этого поединка. 83-79. Победа Нижнего Новгорода. Очень захватывающий получился.